Здорово, народ! Сегодня будем заниматься Renault Megane. Конкретно у меня перестали работать с 1 по 5 положение печки, работает только 6. Но, как известно, последнее положение всегда работает напрямую, без реостата. Соответственно, проблема у нас именно в нем. Сейчас попробуем разобраться, отремонтировать. Там, скорее всего, стоит либо термопредохранитель, либо какой-нибудь транзистор. Итак, погнали! Подходим к автомобилю с правой стороны, со стороны, где стоит аккумулятор. Снимаем вот это пластиковое жабо, снимаем вот аккумулятор, там стоит. И вот в этом месте, в самом корпусе печки, стоит сам реостат. Сейчас покажу, как до него добраться, как его снять. Снимаем аккумулятор. И вот смотрите, ну вот здесь, значит, вот так вот провода у меня лежат, да. Это не я так делал, так было. И суть всем, смотрите. Я надеюсь, где? Блин. Это, видимо, реостат печки, как он называется, который отвечает за положение. Мы видим, что, сколько проводов пооткусывали и так далее. Пытался я снять эту защелку. Как вы видите, не могу ее снять по причине того, что язычок здесь отломанный. Вон он. Я его щупал, не мог нащупать, а она стоит, получается, вот так. И палец тебе надо как бы изогнуть, чтобы достать туда. Он там, видите, в глубине, поэтому я не мог его отцепить. Пришлось открутить вот верхний болтик. Нижний был не прикрученный, вообще его не было. Верхний только открутил, и вот тогда он у меня уже вылез. И сейчас, когда вот разъем все освободил, сейчас я буду это доставать, все чистить. Ну, вот здесь стоял, собственно, этот реостат. Вот сам разъем, получается, самого реостата. Смотрите, вот он поплавился, сам разъем, провода пооткусывали. Почему их пооткусывали? Потому что вот, смотрите, сам реостат, куда фишка подключается, вы видите, что поплавились пины. Одного пина вообще нету, видимо, он отвалился, может быть, отгнил. Поэтому они туда припаялись с обратной стороны напрямую. Вы можете увидеть, вот они, два таких больших круглых. Это вот и есть сами транзисторы, из-за которых у нас, получается, не работают с 1 по 5 скоростя. А в других автомобилях это реализовано немножко по-другому. Там стоят термопредохранители. Попроще система здесь же, немножко, не знаю, устаревшая. Плюс здесь еще под пластиковым кожухом, вот вы можете увидеть, стоит реле. Оно как бы и реле идет. И реостат как бы два в одном. Все это отвечает за положение печки. То есть как бы разгрузочное реле идет в самом реостате. И все. Дальше нам нужно высверлить вот эти 4 клепки по бокам. Дальше выпаиваем транзисторы. Вот эти 4 контакта, их я ввел кружачками. Так, значит, выпаял я транзисторы уже отсюда. Вот, как вы помните, они стояли вот здесь. Вот их место. Стояли на термопасте. Высверлил клепки сверлом на... Ну сколько там? Не на 4, а на 6, кажется, взял побольше. И вот они вот здесь стояли. Все, достал их. Вот они, два транзистора. Взамен их куплены два новых транзистора вот такой маркировки. КТ-825Г. Вот. И второй точно такой же. Старые идут, к сожалению, без маркировки. Никаких надписей нет. Но на драйве нашлась маркировка. Точнее, ну просто их подобрали уже ребята, поэтому... Так как они по их опыту, я и пошел. У нас я сейчас их приобрел. Один стоит транзистор 3000 тенге. Получается, за пару я отдал 6000. Так, чисто для информации. Вот. Потому что в одном месте мне сказали, стоили они 1500 тенге. Но типа сейчас закончились, будут только через месяц. Больше нигде не было в городе, не мог найти я их. Собственно, проблема. А вот такой, если заказывать весь блок в сборе, именно на заказ, чисто сам, без наценок, без никого. Я смотрел на Encore 7500 или 7800, ну, грубо говоря, 8000 тенге, самый дешевый. Вот. И ожидать, соответственно, 7-8 дней. Сейчас я купил уже новые транзисторы, будем сейчас устанавливать их. Теперь извлекаем вот эти заклепки старые, вот одну я уже вытащил, остальные. Поэтому если здесь не досверлили, нужно будет еще досверлить для того, чтобы не мешало здесь это. И вытащить их туда. Такие заклепки. Теперь тут контакт желательно зачистить. Здесь, значит, по-другому их не поставишь, потому что здесь, видите, присмотреться, то тоже отверстие сделано не посередине, а со смещением, поэтому по-другому не поставишь. Сейчас все
мажем, значит, их термопастой и на место ставим и припаиваем, и потом уже на болтики скручиваем. Мажем термопастой транзисторы и устанавливаем на место. Так. Подготовил болтики. И прикручиваем наши транзисторы винтами М4. Длину подобрал по месту примерно 15 мм. Сильно тоже затягивать нельзя, потому что все-таки это плата. Дальше паяем все 4 контакта, хорошо пропаиваем, и все, установка на этом завершена. Транзисторы прикручены, припаяны и готовы к работе. Все готово, можно устанавливать. Итак, момент истины. Проверяем наш реостат после ремонта. Включаем зажигание. Первое. Слышим, работает. Так, музыку выключаем. Все положения заработали. Пятое. До этого работал только напрямую. Это шестое вот. Это пятое, четвертое, третье, тык-тык-тык-тык. Все отлично, все работает. Ремонт удался. Если было полезно, не забудь поставить лайк.